Рекламно-информационная программа. Полезный город. Именно программа под названием «Полезный город» вы будете слушать в течение ближайших 20 минут. Здравствуйте, добрый день еще раз. У микрофона Владимир Сметанин. Я представляю гостей нашей студии. Алексей Трефилов, директор компании «Элма». Добрый день, Алексей. Добрый день. И Юлия Батальцева, директор по персоналу компании «Элма», создатель проекта, создатели, и Алексей, и Юлия, создатели проекта «IT-Универ». Добрый день, Юля. Добрый день. Ну, собственно, вот уже из представления понятно, что мы будем как раз-таки беседовать сегодня с вами на тему IT-Универа. Что это такое, кто имеет право обучиться, чему обучиться, какие перспективы роста, развития, трудоустройства и так далее и тому подобное. Ну, несколько слов какой-то визитной карточки себе, что за компания «Элма», где вы находитесь, ваша сфера интересов, работы. Пожалуйста, Алексей. Конечно, я начну с небольшой предыстории, чтобы всем было понятно, почему такой проект появился, почему он востребован и как так вообще получилось, что он стал успешен. А вообще компания «Элма» занимается разработкой программного обеспечения. Мы разрабатываем программы, которые помогают другим компаниям работать эффективнее. Причем, в первую очередь, наши заказчики — это средний и крупный бизнес. И наши программы позволяют им оптимизировать штат, делать больше меньшими силами, ну и тому подобное. Причем в этом вопросе мы достаточно успешны. То есть в сфере BPM, так называется класс программного обеспечения, который мы разрабатываем, мы являемся лидером в странах СНГ по количеству внедрений. Это ж не говоря уже о России. Ну, то есть, естественно, то есть Россия в том числе. И в России, да, и в странах, да, СНГ. Более того, мы успешно сейчас выходим на международные рынки, то есть делаем проекты в Европе, в Азии и даже в Латинской Америке, в частности. Сколько лет уже компания «Элма» существует? Чуть больше 10. Чуть больше. Ну, солидный срок, в общем-то. И территориально вы находитесь в городе? В Ижевске, в Кирове и в Казани. Ижевск, есть... Киров, Казань. Так, триумвират такой получается. Так. Ну, да. И для того, чтобы разрабатывать программное обеспечение, нужны не только программисты. Действительно, в настоящий момент в компании больше 4000 человек, то есть более 250. Мы очень активно растем. И, как я уже сказал, нужны не только программисты, нужны аналитики, нужны дизайнеры, нужны специалисты технической поддержки и огромное количество других ребят. И, как я уже сказал, мы занимаемся в сфере... достаточно экспертный. То есть уровень подготовки специалистов очень важен. И несмотря на то, что у нас есть огромный спрос на наши разработки, и мы должны бы были расти активно, к сожалению, нет такой возможности выйти на улицу и просто найти готового специалиста. И взять его к себе. Конечно, работу. Вузы выпускают большое количество студентов профильных, в том числе, но они ни для кого не секрет, не являются готовыми специалистами, потому что, конечно, они получают хорошее теоретическое образование. Базу. Но преподаватели, которые являются по большей части зачастую теоретиками, они могут вот как раз дать теорию, но не могут дать практику, потому что они не участвуют в этих передовых процессах сегодняшнего дня. Ну, так или иначе, университеты все равно стремятся, и в том числе и наш опорный вуз, как-то и наращивать свою материально-техническую базу и соответствовать, что называется, требованиям времени. Но все-таки этот процесс идет, на ваш взгляд, не так быстро, как вот того требует современность, да? Конечно. Я много скажу про движение вуза еще в дальнейшем. Думаю, сегодня мы на эту тему пообщаемся, но хотел сказать, что это нормально. То есть функция вуза все-таки в первую очередь дать теоретический базис, дать фундаментальное знание. Сформировать личность, в конце концов. Конечно, разумеется. Да. А вот с точки зрения формирования какой-то вот практики правильной, передачи вот передовых техник, это все-таки про бизнес, про тех, кто на передовой находится. Ну, это вопрос к нам, то есть к IT-компаниям. И, наверное, мы эту проблему нащупали давным-давно, естественно. То есть, когда к нам приходили еще не совсем готовые специалисты, мы имеем программу обучения специалистов, программу кураторства, ну, такого наставничества, что молодого специалиста обучает его старший брат. Ну, как это принято обычно, да. Да, конечно. И следующим шагом было продвинуться к вузу еще ближе. Мы начали вести курсы в наших ижевских вузах. То есть наши передовые специалисты приходили, рассказывали про практику, проводили какие-то там технические занятия с ними, прямо вели дисциплины в рамках вуза. Многие университеты в России по нашей программе занимаются в том числе. Ага. Да, и IT-универ, вот я так плавно подкрался к этой теме. Подходим. Это был способ систематизировать всю эту работу. Я думаю, что вот сейчас... Ну, это вполне логично, да. Понимая, что вам нужны такие и такие кадры, вы ставите серьезную задачу их для себя подготовить. Конечно, да. В рамках полноценного проекта, да, который и является проект IT-универ. Юля, ну давайте.
IT-универ. Да, IT-универ сейчас функционирует в двух городах, Ижевск и Киров. Начинали мы с Ижевска, и делаем этот проект не одни. В Ижевске мы сотрудничаем с несколькими IT-компаниями. Это хорошо, потому что список курсов, разнообразие курсов, это тоже очень важно. Каждая компания хороша в своем. Кто-то занимается мобильной разработкой, кто-то бэкэндом, фронтендом и так далее. Прочими страшными словами. Те, кто в курсе, поймут. Да. И каждый обучающийся, каждый студент может найти для себя что-то интересное. В Кирове мы сотрудничаем плотно с как раз Вятским государственным университетом, и за что им большое спасибо. Мы проект базируем на вообще в стенах Вятского государственного университета, и это очень отрадно. Как я уже сказала, мы работаем с большим количеством университетов в России, и, к сожалению, не всегда мы видим заинтересованность вуза, заинтересованность системы образования в том, а что будет со студентом завтра, когда он из стен вуза выйдет. Так вот, очень приятно, что ВятГУ об этом думает, и ребята вкладываются в завтрашний день, не вкладываются в то, чтобы остановить вымывание кадров. Все-таки оно есть. И когда студент заканчивает вуз, опорный вуз, ВятГУ, отличное образование, отличный университет, он не всегда может найти себе работу, ну, в силу разных причин. И такая проблема в регионах существует, вымывание кадров происходит. Так вот, университет об этом заботится, и благодаря вот этому курсу мы показываем о том, что в Кирове есть работа, в Кирове есть IT-компании, в Кирове можно зарабатывать достойно, получать достойную заработную плату, делать интересные задачи уровня сильно выше там, городского, выше уровня страны, и можно работать на международных проектах, при этом оставаясь в Кирове, работая на благо региона. Ну вот я чувствую, директора по персоналу, все сразу мотивационную часть уже все выложила вкратце, да, основное, да. Наверное, хочешь зарабатывать? Пожалуйста, есть такая возможность, да. Да, и для этого совсем не обязательно уезжать из родного города. В чем плюс именно нашего проекта? Безусловно, сейчас в интернете очень много курсов для того, чтобы, ну, прокачать свои IT-знания. Почему именно IT-универ? У IT-универа три основных принципа, на которых он базируется. Это бесплатно, очно и только практика. Меня часто спрашивают, а для чего вы это делаете? Вы коммерческая компания, в чем подвох, в чем хитрость? У вас преподают лучшие специалисты. Действительно, наши курсы ведут ребята уровня начальника отдела, тимлид и так далее. Ведущих, IT-компаний? Да, ведущих IT-компаний. Для чего вам это надо? Мы прекрасно понимаем, как коммерческая компания, мы зарабатываем деньги совсем другим. Алексей Трефилов рассказал, мы не зарабатываем на образовании. Но мы понимаем, чтобы нам и завтра оставаться ведущей компанией, и завтра, чтобы завтра у нас работали лучшие специалисты, у нас, правда, работают лучшие, мы должны вкладываться в этот завтрашний день. Мы должны сегодня вкладываться в IT-отрасль, в IT-рынок, в кадровый рынок и в образование специалистов. Это что касается бесплатно. Что касается очно, да, курсы действительно очные. Это один из принципов проекта. Сколько бы меня ни просили курсы записывать, мы принципиально запись не ведем. Записывать и выкладывать, да? Да, да, да. Мы этого не делаем, и мы делаем это нарочно, потому что это принцип проекта. Тут очень важно понимать, что ничего не заменит точное обучение. Специально делаем группы, намеренно делаем маленькие, 8-12 человек, для того, чтобы как раз вот тот преподаватель, лучший специалист, он мог уделить максимальное количество времени каждому учащемуся, смог бы его научить и, ну, собственно говоря, дал много фидбэка. Практика. Рядом с очным. Можно поподробнее, в чем практика, в чем суть? Мы практически не даем теорию. Правильно сказал Алексей, мы предполагаем, что теоретические знания, хорошие, фундаментальные знания даст университет. А вот как раз практических знаний, ну, к сожалению, ребятам не хватает. Поэтому на наших курсах, это тоже один из принципов проекта, 90% должна быть именно практические задания. Это касается домашних заданий и то, что ребята делают на самих курсах. Ну, если мы говорим про программирование, они сразу садятся и программируют. Поэтому и группы маленькие, и лекторы им очень сильно помогают. Поэтому практика – это очень-очень-очень важно. Алексей, да. Это чуть-чуть похоже на принципы коучинга. То есть преподаватель себя ведет как коуч, то есть он следит как тренер, за, да? каждым шагом и поправляет путь студента, как бы как, ища не только ошибки, но и предлагая какие-то более здравые, интересные варианты, добавляя там свой опыт, говорит, что, например, так уже сейчас не делают, посмотри сюда, вот попробуй вот это. И у них такое совместное путешествие получается в рамках выполнения этой задачи. Почему это важно? Потому что
в отличие от университета, все равно, там, не знаю, на первый курс приходят ребята примерно с одинаковым уровнем знаний. У нас в группах ребята очень разные. Все ЕГЭ сдавали. Да, все сдали ЕГЭ, всем там по 17-18 лет, ну и, казалось бы, они примерно одинаковые. И достаточно, не то чтобы просто, но понятно составлять учебные программы. В наших курсах ребята в группе очень разные. Их можно на три категории разделить. Первое, ну это все-таки, конечно же, студенты, которые находятся в стадии выбора дальнейшего пути в жизни. Второе, это ребята, которые уже в IT-отрасли, но они хотят поменять там стек технологий, ну, к примеру. И третья категория, она на самом деле самая такая большая, это ребята, которые либо получили IT-образование, но каким-то образом, ну, не попали в IT-сферу, не остались в IT-сфере, теперь хотят вернуться. Либо ребята, которые вообще не получили технического IT-образования, но они достаточно IT-шны, мы все-таки в 21 веке живем, им бы хотелось в сферу IT попасть. Потому что сфера перспективная и действительно интересная. И для того, чтобы подстроиться вот как раз под каждого, потому что каждый приходит с каким-то определенным бэкграундом за спиной. Группы маленькие, и практические задания, вот этот метод коучинга, он очень важен и на этом проект базируется. Еще раз повторю, сейчас Юля проговорила целевую аудиторию, да, проекта IT-универ. С кем вы работаете? Это действующие студенты, ну, которые сейчас, да, да, получают специальность, связанную с IT-отраслью. Это работающие IT-шники сейчас в разных IT-компаниях и так далее. И вот третья категория – это те, кто когда-то получили соответствующее образование, ну, не сложилось по жизни, но хотели бы вернуться, собственно, да. Да, либо интересуются IT-сферой, да. Интересуется это в каком плане? Вот я уверен, что есть такие люди, которые днями и ночами что-то там сидят за компьютерами и считают, что они превосходные айтишники. Но, наверное, это не так. Наверное, они вам не подойдут. Не обязательно. Не обязательно. Для того, чтобы попасть на наш курс, нужно зайти на сайт www.ituniver43.ru, зарегистрироваться и пройти небольшое обучение. Группы маленькие, как я сказала, 8-12 человек, но обычно на курс записывается порядка 20 человек. Все-таки существует отсев, и мы берем только лучших тех, кто действительно готов. По какому принципу? Можно приоткрыть? Каждая компания по-разному. Чаще всего это бывает либо какой-то тест на понимание вот базовых фундаментальных знаний для того, чтобы практически давать, все-таки практически на фундамент должны лечь. Либо какое-то определенное тестирование, если это разработчики, какой-то определенный код, небольшой кусочек нужно написать. Ну вот для того, чтобы мы пощупали наших будущих учеников. Угу, подергали за ниточки, да. Я могу небольшое дополнение сделать, что, как я уже сказал, IT-компания — это не только программисты, поэтому и не все курсы IT-универа направлены на программистов. То есть есть курсы для аналитиков, ну и там для кого-то клика их нет, можете зайти на сайт, посмотреть и архив программ, поэтому и занятия по отсеву будут абсолютно различны. Так, Юля. Кстати говоря, особенно про аналитиков, это как раз те ребята, которые, возможно, как вы говорите, сидят ночами и что-то изучают в IT-сфере, но они не готовы писать код, может быть, им это не интересно, может быть, кажется пока сложным, там, но в IT попасть... Рутинной работой считают, там, не знаю, как. Да, хотя, да, кстати говоря, у нас считается, что это очень творческий процесс написания кода. Тем не менее, вот такие ребята есть, и они вполне могут быть как раз бизнес-аналитиками. Поясните, Алексей, что это? Алексей правильно сказал, что спектр IT-профессий очень широк, и очень много специалистов в IT, они находятся на стыке профессий. Ну, например, бизнес-аналитик – это человек, который, не знаю, приезжает к заказчику и проводит интервьюирование для того, чтобы понять, что вообще заказчик хочет. Ну, как сделать его жизнь с IT-точки зрения комфортнее и эффективнее. Либо есть такой специалист, который называется технический писатель. Это, возможно, как? Технический писатель, да. Это, вероятно, наш с вами коллега. Это человек, который пишет справку к системе. Он должен написать о технических вещах просто и понятно, так, чтобы было вот понятно гуманитариям. Понятно. Да, когда Юля сказала, наш с вами коллега, у нас гуманитарное образование с Юлей, да. Тем не менее, я работаю в IT-сфере. До начала программы мы выяснили это. Хорошо, так. И что-то еще осталось, да, вы не закончили мысль, как мне показалось, или закончили? Тогда Алексею слово передадим. Да. И мне самый главный, наверное, момент хотелось отметить. IT-универ, я заведомо начал с рассказывания о том, что отрасль очень нуждается в специалистах. Поэтому IT-универ – это не только возможность дать студентам обучиться, но еще и возможность дать им работу. Потому что в рамках IT-универа компании могут присмотреться к этим специалистам. И зачастую среди айтишников очень много интровертов. Они часто боятся просто прийти, там, устроиться на работу. Для них это что-то страшное. Я вас поддерживаю. У нас были айтишники в студии, они прямо себе и говорили: так, мы интроверты, нам сложно с внешним миром коммуницировать зачастую. В рамках этого обучения мы зачастую умудряемся как бы так хорошо подружиться, понять, что нам по пути. И в рамках
программа IT-универ было уже трудоустроено огромное количество людей, как бы уже и в Ижевске, и в Кирове. Поэтому, я думаю, мы можем некоторой статистикой поделиться. Да, если есть такая возможность, мы можем поделиться. Вообще всего мы за время существования проекта обучили 570 человек. 300 человек получили сертификаты. Когда человек проходит обучение, человек, учащийся, проходит обучение, в конце курса он сдает определенный экзамен. Ну, тоже этот экзамен может выглядеть по-разному. Это может быть практическая работа, тест и так далее. Так вот, 300 человек теперь лучшие. И многие работают уже у нас. Job offer получили порядка 50 человек в целом, не только в нашей компании. В нашей компании через IT-универ 15 человек прошло, и 15 человек получили job-offer, и теперь эффективно, да, в Кирове, именно в Кирове, эффективно работают наши компании. Что дает право вот этот сертификат, который выдается по окончании обучения? Ну, на самом деле, этот сертификат – это одна из важных таких галочек в резюме, и будущий работодатель будет видеть, что вы получали, вы расширяли свой профессиональный кругозор, не просто читая вот что-то по ночам в интернете. Бессистемно, да? Бессистемно, да. Вы действительно прошли где-то обучение в IT-компании. Но самое главное, это все-таки не сертификат, не бумажка. Самое главное, это те знания, которые ребята на наших курсах получили. Тут, наверное, еще важно отметить, очень отрадно видеть на наших курсах преподавателей вуза. И очень здорово, что преподавателям вуза совершенно не зазорно учиться вместе со своими студентами. Потому что преподаватели все-таки видят важность получения практических навыков для того, чтобы контент, который они дают на лекциях, он тоже был более качественный. И вот я тут еще раз повторюсь, для меня было так радостно и удивительно, что ВятГУ работает с нами вместе в партнерстве, потому что это не самое частое явление, дружба между бизнесом, между IT-отраслью, между практической отраслью и сферой образования. Так вот, когда мы работаем вместе, все получается гораздо эффективнее. Пару слов хотелось про дружбу сказать. Кстати, в случае кировского IT-универа сертификат этот еще идет от ВятГУ, и он, в принципе, представляет собой... завизированный ВятГУ. Да, настоящий документ, то есть он государственного образца. И не так давно у нас было такое торжественное открытие офиса. Мы подписали соглашение с Министерством информатизации и связи Кировской области и с ВятГУ по развитию рынка IT Кировской области. И наряду с IT-универом у нас на самом деле очень много других проектов проходит. Вот, в частности, завтра у нас будет такое первое крупное кировское мероприятие для разработчиков .NET. Так, где, когда, во сколько, куда? Оно будет завтра на Спасской 15, то есть это вот там, где музей шоколада. Да, да. Нужно зайти всего лишь на сайт kirovdevtalks.ru. Оно для программистов, начнется завтра в 9:30. Единственное, нужно обязательно зарегистрироваться на этом сайте. Количество мест, правда, ограничено. Вот буквально 10-15 осталось, поэтому стоит поторопиться. Еще прилично. У нас пару минут еще есть. Мы как-то все говорим, ребята, вроде как подразумеваем граждан мужского пола. А девчата есть? Мне так радостно, что в IT-сфере становится все больше дам. Когда я пришла сама в IT-сферу, это было порядка... 10 лет назад. Девочек было действительно не очень много. И тут вот Алексей меня поддержит, у него такое приятное впечатление от работы с девочками IT-специалистами, потому что IT-специалисты женского пола более внимательны к деталям. Мне действительно можно положиться, и это очень здорово. Если раньше больше среди бизнес-аналитиков, среди просто специалистов отдела внедрения было много девочек, то сейчас в разработке девочек очень много. И если честно, это очень подстегивает мальчиков, особенно вот в обучении у нас, мы стараемся группа, особенно в разработке, формировать, чтобы были и девочки, и мальчики, потому что если дама в разработке сильна, то, конечно, это ребята очень подстегивает. Да, мальчиков тоже, да, немножко расти. Хорошо, полторы минуты поподробнее сейчас про сотрудничество с Вятским госуниверситетом. И, собственно, на базе и его, да, будет реализовываться в Кирове? И реализуются уже проекты IT-универ. Открытие проекта произошло в феврале прошлого года. Мы работаем уже достаточно давно. Большая часть лекций как раз проходит в стенах ВятГУ. Часть проходит как раз вот на базе компании, которые организовывают эти лекции, и часть в стенах Вятского государственного университета.
Часть лекций, кстати говоря, ВятГУ взяли на себя. Они тоже очень много лекций проводят. Большой привет Олегу Кошкину и Антону Земцову. Это директор и мисс и замдиректора. Это институт наш, да. Да. Соответствующий айтишный институт. Соответствующий институт, в рамках, я надеюсь, да, они нас слышат. Они были у нас, да, здесь, конечно, да. И мы слушали их эфир. Так, очередные курсы, когда вот сейчас, где получить всю информацию, чтобы весь график увидеть? Да. Я еще раз повторю, вот уже под занавес, да. Адрес завтрашнего мероприятия — это kirovdevtalks.ru, а на сайте ituniver-43.ru можно посмотреть полный календарь всех мероприятий, всех курсов, которые у нас будут в рамках IT-универа проводиться, там же можно записаться. И вот совсем скоро уже будет объявлен новый календарь на следующий год, потому что, ну, год уже заканчивается, поэтому там не так много курсов. Там, для понимания, насколько интенсивно проходят занятия, они там раз, не знаю, группа обучается, сколько по продолжительности? Порядка 2 недель и примерно 2 часа в день, не считая домашнего задания. 2 часа в день плюс иногда это бывает задание. Утром, иногда бывает вечером, группы разные, как я сказала, есть ребята, которые студенты, они могут днем приходить на обучение. Работающие ребята, конечно, обучаются вечером. Угу. Ну, наши разработчики чуть интенсивнее обучаются, ввиду того, что у нас прям целенаправленно мы пытаемся погрузить максимально ребят в программирование. Угу. Причем многие лекторы, если можно так сказать, коучи скорее, приезжают в том числе из Ижевска, мы всех лучших специалистов присылаем, десантом, чтобы транслировать наилучший опыт. Угу. Ну и еще в завершение нашего разговора повторим 3 основных принципа. Бесплатно. Очно. Обучение очно. И только практика. И ставка на практику. Все так. Спасибо. На этом истекло время нашей программы. Я благодарю гостей. Алексей Трефилов, директор компании «Элма», и Юлия Батальцева, директор по персоналу этой компании, создатели проекта «IT-универ». Все контакты озвучили, так что, если у вас зародился интерес, заходите, изучайте, ну и повышайте свою квалификацию. Да? Спасибо, до свидания. Хорошего дня. Спасибо. Полезный город.